Дорогие дамы и господа, которые смотрят сейчас шоу «Веры», я Давид Суарес. И в очередной раз мы начинаем эту программу, и мы верим, мы убеждены, что Слово Господа войдет в ваше сердце и поможет в вашей жизни, откроет ваше видение и принесет мир, и сделает вас победителями в сражениях во имя Иисуса. Сегодня мы в очередной раз увидим доктора Суареса, который будет говорить об устах, которые Бог дал нам, чтобы призывать имя Господа, и его имя будет действовать в нас. В какой области вам необходима помощь? На вашей работе, в вашей семье? Бог хочет действовать в вашей жизни. Бог хочет принести изменения. Бог хочет принести вам мир. Затем в истории из реальной жизни мы с вами увидим историю Шейлы, которая на протяжении многих лет и никак не могла забеременеть. И Шейла сражалась и просила Бога, чтобы забеременеть. И Бог ответил ей, и она забеременела. Но после рождения дочери началась череда проблем с ребенком. Она болела очень-очень часто. И однажды она чуть не умерла. Мы увидим, как Бог действовал в жизни этого ребенка. После этого мы с вами вернемся в студию. Еще немного поговорим с вами, но перед этим все вместе помолимся за вас. А сейчас давайте смотреть доктора Суареса в шоу «Веры». И для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Друзья мои, я хочу сейчас вернуться к изучению, которое начал на предыдущем служении, как иметь уста чистые. Это вам очень поможет. Помогло мне, и я уверен, что поможет вам. Несмотря на то, что я живу с Иисусом почти 60 лет, когда я понял это послание, я сказал, надо же, сколько же есть скрытых истин в Священном Писании. Так что если мы не будем размышлять, мы не получим решения. И если мы не познаем истину, Иисус был ясен, мы не будем свободны. Он поставил освобождение в зависимость от познания истины. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Так что никакой магии. Вы находитесь в ситуации неблагоприятной, безнадежной. Если вас притесняют, дела идут плохо, вы не получаете ответа на свои молитвы. Что с вами происходит? Бог все тот же. Его преданность окружает его и никогда его не оставит. Тогда почему он не благословляет? Потому что вы не понимаете, не познаете истину. Евангелие таково, как оно действует. Правосудие Божие проявляется от веры к вере. Поняв слово, мы получим благословение. Теперь перейдем к книге Софония, глава 3, стих 9. Софония – это четвертая с конца книга Ветхого Завета. Это пророческое слово, которое Бог дал в отношении Евангелия, когда оно было проповедано. Итак, очень просто. Вы нашли от Матфея, а это просто, это первая книга Нового Завета, и назад перед ним Малахи, Захария, Агей, Софония. И здесь написано так, смотрите. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». О чем же Бог говорит нам здесь этим вечером? Он нам показывает, что приходит время, когда Он даст уста чистые всем народам. Так как если уста не будут чистыми, не будет условий и возможности призывать. Нужно будет кричать во имя Господа, запрещать во имя Господа. Это ни к чему не приведет. Вопрос не в том, чтобы вы говорили «Во имя Иисуса у меня получилось, у меня нечистые уста». Не так. Вы сказали, но не подействовало. Демон не дал вам шанса. Запретили, а он не ушел прочь. Вы молитесь, а благословение не приходит, дверь не открывается. Но что такое происходит? Вам не хватает этой чистоты. Потом я говорил об Исаии, глава 6. Я расскажу сейчас, чтобы не повторять одно и то же послание, только резюмируя для тех, кто не понял. Исаия, глава 6, ему было видение Бога, вечного царя,
Это было нечто потрясающее. И когда Исаия увидел, он сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами». Когда он понял, к чему необходимо стремиться, один ангел Божий, Серафим, подлетел, неся в руках уголь, который он взял клещами с алтаря Бога, и коснулся уст Исаии и сказал: «Беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Исаия был подготовлен. Бог пошлет Серафима, ангела с клещами, чтобы принести уголь каждому из нас? Нет. Сегодня очищение, то, что там описано, было истинным очищением. Под устами понимаются не две губы, что у нас имеются. Это образ, это слово. Уста чистые, здоровую речь. Бог даст нам здоровую речь, когда мы услышим истину Евангелия. Тогда из наших слов прольется божественная сущность. И тогда мы сможем призывать Господа Бога. Мы говорим: без чистоты, во имя Иисуса, даже громким голосом, у некоторых голос настолько сильный, что даже похоже, что горы содрогнутся, но ничего не происходит. У другого голос не так силен, даже совсем слабый, в буквальном понимании. Но в нем есть сущность Бога, и он говорит: во имя Иисуса. В этой силе Бога и заключена разница. Она приводит все в движение. Тогда я дам, возвращаясь опять к Сафонии, тогда опять я дам народам уста чистые, то есть очищу вашу речь. Для чего? Чтобы все, без исключения, все призывали, взывали, призывали что? Имя Господа. Брат мой, все! Нет тех, кто пришел в Дом Божий или только идет в Дом Божий, который понимает Слово Божье, кому Бог скажет: «Нет, ты был большим грешником, нет, ты не симпатичный, ты толстоват, ты худоват, ты слишком богат, а ты очень беден». Никто такого не будет. Все мы равны перед Богом, независимо от чего бы то ни было. Все, кто захотел, кто услышал Слово Божье, получат эти уста чистые, эту здоровую речь, чтобы призывать. Призывать – это не просто кричать Богу. Нужно использовать это имя против демонов, болезней, любой проблемы, чтобы действовало. Чтобы все призывали имя Господа, чтобы призывали и что еще? И служили Ему единодушно. Итак, Бог хочет, чтобы все мы служили Ему с единым духом, духом победителя, который Он дал нам. Не бывает такого: «Я от Бога, но у меня не получается. Он обделил меня благодатью». Нет, нет. Если вы от Бога, у вас есть весь потенциал, как у любого другого человека. Вы созданы побеждать. Уста чистые, то понимание Слова Божьего, которое вы будете иметь, вот что даст вам эту возможность. Это началось у Иисуса, когда Он пришел проповедовать. Иисус был первым человеком, который стал проповедовать веру. Он сказал: «Вера твоя спасла тебя». Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, все возможно верующему. Иисус пришел с этим позитивным посланием. Евангелие было принесено Иисусом, благая весть. Он велел, чтобы мы проповедовали Евангелие. Это как Он продолжает очищать уста у людей. Когда у нас есть эта чистота, мы понимаем эту чистоту и проповедуем эту чистоту, брат мой, сила Бога вступает в действие, и сила Бога творит. Там, в книге «Деяния апостолов», глава 14, «Деяния апостолов», глава 14, мы увидим апостола Павла в городе Листре, языческом городе. Сказано следующее, стих 8, Деяния 14, стих 8. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом:
«Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Что там произошло? Павел проповедовал послание, которое очищает, которое дает здоровую речь. Павел достиг пика своего послания. Павел увидел, что этот мужчина получил слово. И что у него была вера, так как когда у человека есть вера, он тогда отличается от человека, который имеет злой умысел. Если вы где-нибудь находитесь, и приходит человек со злым умыслом, вы посмотрите на человека и скажете: «Мне не нравится, как он или она смотрит, как он себя ведет, мне это не нравится». А когда у человека чистые помыслы, вы чувствуете. Жена сказала мужу: «Смотри, это человек, что прошел сейчас и святой от Бога», по походке Елисея. Итак, Павел проповедовал там и увидел, что у мужчины была вера. Он понял это и закричал: «Встань на ноги свои прямо!» Он никогда не ходил. Это был взрослый человек, более 20 лет. Он не ходил с момента рождения, родился калекой. По человеческим меркам не было возможности. Мужчина тотчас вскочил и стал ходить. Почему? Потому что в тот самый час его коснулась сила Бога через эту здоровую речь, что была в Павле и была в нем. Иисус обещал нам: если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им. Павел сказал, он согласился, в результате он поверил, и Бог и благословил. Необходимо, брат мой, искать эту здоровую речь, так как все, что не идет от веры, не должно быть у вас на устах. К Римлянам 14:23. Вы знали об этом? К Римлянам, это после деяний. Все, что не от веры, не должно быть у вас на устах. Доктор Суарес, я никогда не видел этого в Библии. Значит, сейчас увидите. Первая часть нас не интересует в этом обучении. Здесь говорится о еде. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Взгляните, грех не может быть у вас на устах, у вас в жизни. Итак, все то, что грех, что неверно, что не идет от Бога, исключите. И наоборот, то, что от Бога, примите. Сохраните в своем сердце. И что тогда случится? Вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. В час, когда вы почувствуете, что вера пришла, что у вас есть вера, когда у вас есть вера, вы знаете, так как знаете, не можете объяснить откуда, вы знаете, но вы знаете. Я просто уверен, что Бог даст мне это благословение. Но ведь не беспокойся. Я слышал от Бога, Бог говорил со мной. Но даже не сомневайтесь. Авраам был убежден, что он станет отцом в почти столетнем возрасте, а жена почти в 90, и он принес славу Богу. Народ, этот старик безумен. Вы уже представили, как однажды Сара в 89 пришла и сказала другим женщинам: «Я беременна». Другие, наверное, смеялись над ней. Но через какое-то время живот стал расти. «Это миома». А Сара: «Меня тошнит. Бывает такая миома, от которой тошнит». И иногда не только Сара. Авраам, должно быть, просыпался рано утром. Кто-нибудь знает, где найти хорошую акушерку? Этот старик рехнулся. Какая акушерка? Здесь нужен врач, чтобы разрезать живот и удалить миому. А миома кричала и плакала, и звали Исааком, у которого потом было два сына, а жена тоже была бесплодна, помолился, и Бог исцелил жену, брат. О, брат мой, наш Бог – это Бог чудес. Аминь. Если Бог дает вам веру, Он очистил вашу речь, Он вас подготовил. Вот это истина. Вера – это знак того, что вы подготовлены. К чему? Чтобы делать дело Бога. Для чего? Чтобы призывать имя Господа этим именем. Это имя – наше спасение. С этим именем мы можем все, что угодно. Почему? Потому что оно нас укрепляет, дает нам возможности. Этим именем мы выигрываем любую битву. Итак, все, что не от веры, не пришло от Бога, это рассуждение. Кто-то вам сказал и даже убедил вас, но ваше сердце, так как человеческое убеждение, усвоить это хорошенько, людское оно в уме, а божественное в сердце. Бог никогда не оставит ваш разум счастливым, а сердце в сомнениях. Наоборот,
Ваш разум может сомневаться, но сердце будет твердым. Нет, я знаю. Бог дал мне. Это благословение мое. Я от этого не откажусь. Итак, человек приходит и усложняет. Пытается вас вовлечь. Похоже, что он вас гипнотизирует, но Бог говорит вам. Нет, не так. Слово гласит так. Однако, когда слово гласит, может прийти кто угодно и когда угодно. Я не хочу об этом знать. Я услышал от Бога. Слово говорит мне, что у меня получится. Это не убеждение разума. Если вы услышите, как кто-то говорит, это потому, что доктор Суарес сказал. Ну, кто такой доктор Суарес? Он и как любой другой. Кто такой Сан Саныч? Это один из многих. Никто не может создавать учение. Есть лишь одно, что можно делать, это Слово Божие. Это здесь мы должны пребывать. Нет, ведь этот человек – святой мужчина от Бога, святая женщина от Бога. Забудьте обо всем этом. Это объект таких же искушений, что и любой другой человек. Интересно то, что написано здесь, в Слове Божьем. Говорила с вами, не написано, все, что не от веры, не было дано Богом, не дает вам должной уверенности – это грех. Вы будете молиться, вы будете намереваться, вы будете плакать, будете просить, и не произойдет. Но почему не произойдет? Потому что Бог не обещал. Бог не сказал. В час, когда вы услышите Бога, ищите. Брат мой, открылась для вас некая дверь, вы держите это благословение. Теперь у меня есть ответ. В этот момент вы получите во имя Господа Иисуса из Назарета. Еще один благословенный стих. Евреям, глава 11, стих 6. А без веры угодить Богу невозможно. Угодить Богу невозможно. Вы можете дать огромную сумму денег, но если это без веры, вы не угодите Богу. Может, вы дадите лишь, ну, доктор Суарес, я боролся и могу дать 1000 рублей. Это очень мало в сравнении с величием дела. Но это с верой Бог. Вы угодили Богу. То есть Бог говорит с вами не о количестве. Значит, без веры. Нет, я дам, я продам все, что имею. Не делайте этого. Делайте лишь то, что велит Бог. Я пойду туда, сделаю приношение, и тогда я буду благословлен. Не будете вы. Вы не угодили Богу. Вы угождаете Богу лишь, когда действуете с верой. Итак, что мы усвоили сегодня? Бог даст уста чистые. Однако уста чистые идут от Слова Божьего. Это Евангелие приносит очищение речи, слов, возможностей. Вы сможете говорить в соответствии с тем, что говорил Бог. Однако, если не говорить с верой, вы не угодите Богу и даже можете совершить грех, так как у вас не было веры. И Бог дает веру, к Римлянам 10:17. Обратимся сюда. Дает ли нам Бог веру? Я уже косвенно коснулся этого, но не назвал вам номер стиха. У меня есть возможность иметь веру. Брат мой, здесь сказано, что даст всем. Итак, Бог уже сказал нам об этом. 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть сначала вы слушаете проповедь слова, слышание от слова. Теперь вера. Когда вы слушаете слово, вы получаете способность слышать Бога, чтобы понять. Если вы не слушаете слово, не принимаете сердцем, вы не понимаете, что Бог говорит вам. Переходим к истории из реальной жизни. У меня возникло желание стать мамой. Тогда, на самом деле, я не могла иметь детей. Трое гинекологов сказали мне, что я не могу иметь детей из-за спаек матки с кишечником. Но я не хотела в это верить. Я взмолилась Богу, и я и мой супруг. Я сказала: «Господь, я не хочу остаться без потомства. Я хочу иметь ребенка, я хочу дать потомство». И мы призывали Бога, мы были верны Господу и получили нашу дочь. Ее зовут Ребекка. Когда ей исполнилось год и 9 месяцев, у нее открылось кровотечение. Она ходила в туалет кровью. Я сразу поспешил домой. Когда я пришел домой, все это продолжалось. В тот же день ее забрали в больницу, здесь же в Манаусе. Она пробыла 10 дней в больнице. Из этих дней она провела 4 дня в отделении реанимации. Любая мать поймет, что с того момента, когда врачи сказали, что моя дочь может не выжить,
что моя дочь, возможно, умрет. Я даже не могла есть, не могла пить, ничего. В тот момент отчаяния взмолилась Богу. Я сказала: «Господь, я не принимаю этого». Врачи не обнаруживают, что происходит с Ребеккой. Страдания матери достигают предела. Она думает лишь о том, как положить конец страданиям дочери. Я сказала: «Господь, спаси Ребекку, потому что если ты подарил мне ее, значит, лишь ты можешь ее спасти». И в тот день я молилась от всего сердца. Я сказала, что Господь может спасти мою дочь. И с этого момента он начал действовать. Мы уже ходили в церковь, также смотрели программу по телевизору. Там часто говорили о спонсорстве, и в церкви пастор всегда говорил о спонсорстве. И я им не был. Я немного сомневался, не хотел. И однажды мы решили стать спонсорами церкви. С того самого момента Бог начал творить чудеса, потому что ангелы его начали спускаться к нам. Появились двое социальных работников и сказали, что они пришли, потому что губернатор прислал их. Семья получает поддержку государства, и Ребекку отправляют на лечение в крупную больницу города Сан-Паулу. Там, наконец, обнаружили, что именно происходит с девочкой. Так обнаружилось, что у нее было заболевание Меккелев дивертикул. Дивертикул – это врожденный порог развития, который характеризуется выпячиванием стенки подвздошной кишки. При его воспалении начинается ректальное кровотечение с последующей кишечной непроходимостью и воспалением. В редких случаях эта болезнь приводит к доброкачественным и злокачественным образованиям. И они сказали, что не знают и не понимают, как этот ребенок все еще жив. За то время, что она провела в реанимации, она уже должна была скончаться. И на следующий день все началось. Ей сделали операцию, и после этого автоматически она была исцелена. Все те, кто помогают делу Божьему, как мы, спонсоры, даже не сомневаются в благословениях, которые приходят. И благодаря спонсорству, которому мы верны, мы получаем и другие финансовые благословения. Нет слов, чтобы отблагодарить Бога за те благословения, которые Он послал в нашей жизни, в области здоровья особенно. И до сих пор мы продолжаем спонсировать, мы никогда не пропускаем спонсорство, четко придерживаемся выплат, и теперь Ребекка действительно благословена, полностью исцелена. Это настоящее Божье чудо. Все, что произошло в жизни моей дочери, это просто чудо. Иисус исцелил меня. Итак, мы вернулись назад в нашу студию. Я бы хотел сделать небольшой интервал перед тем, как мы будем молиться. Я хочу напомнить тем, кто сейчас смотрит программу и говорит: «Мне понравилась проповедь, как я могу посмотреть еще раз? Как я могу посмотреть ее дома?» Не переживайте, все наши программы доступны на интернете через сайт Facebook, где вы можете заполнить нашу анкету. И с этого момента каждый день получать доступ к программам, чтобы смотреть через интернет. Или через сайт ongrace.com вы можете зайти, отправить свой имейл, подписаться на наш сайт, а также постоянно получать благословленные послания Бога для вашей жизни. Давайте помолимся, и совсем скоро я вернусь назад в студию во имя Иисуса. Давай теперь поднимемся, чтобы молиться. Знаете, Бог хочет сделать нечто значимое в вашей жизни. Он коснулся. Ваши уста были очищены. Вы поняли слово. Брат мой, сейчас настал час вам получить. Давайте склоним голову, закроем глаза. И давайте начнем серьезную молитву. Отец, мы начинаем молитву. Мы сейчас открываем сердце, о Отец. Мы пришли, чтобы получить свое в Твоем слове. Есть много людей, страдающих. Есть много людей, переживающих нелегкие моменты, о Бог, так как не понимают, что нуждаются в этом касании Господа, в том, что Господь дал, а человек отбросил, в очищении речи, в подготовке к намерению. И, Бог, когда мы поняли и приняли, то лишь в мановение ока мы разрушаем власть врага. Мы требуем, и зло уходит прочь. И, Отец, это не пустые слова. Настал этот момент.
Мы предстали перед тобой, и я прошу тебя, снизойди со своей силы в жизни всех людей, что находятся здесь, кто угнетен финансово, у кого проблемы в семье, у кого проблемы со здоровьем, у кого не получается закрепиться в жизни, Бог. Есть недобрая сила. Она всегда стоит за отклонениями. Но, Отец, я объединяю свою веру с верой этого человека. Брат мой, сестра моя, моя вера теперь едина с вашей. Это для того, чтобы сбросить на землю сейчас это зло. Это чтобы связать, и я сейчас связываю. Это чтобы разрушить эту дьявольскую силу, и я сейчас разрушаю. Это чтобы потребовать ухода зла, и я требую в данный момент. Теперь пришло время, чтобы вы назвали зло по имени, призывая имя Господа. И этим именем будет разрушена эта сила зла. Это именем Иисуса Христа я уничтожаю сейчас деяния колдовства, магии, волшебства, деяния тьмы, деяния ада. И я приказываю зло: выйди во имя Иисуса Христа. И вот мы снова вернулись в нашу студию после молитвы веры. Необходимо, чтобы мы также поступали по вере. Бог сказал в сердце, и вы уже видели свидетельство, кто-то получил исцеление. Примите свое благословение, где бы вы ни были. Верьте в чудеса. Будьте уверены, Бог рядом. Он вас никогда не оставит во имя Иисуса. Все, кто смотрит нас сейчас в первый раз и говорит: «Мне понравилась программа, проповедь, и я бы хотел помогать вам содержать эту программу в эфире». Вы видите, что в нашей программе нет никакой рекламы. Правительство нам тоже не помогает. Кто оплачивает эту программу? Простые люди, как я и вы, смотрят, чувствуют призыв Бога и решают спонсировать. Благословение Бога бесплатно. Если Бог не призвал, просто смотрите нашу программу и будьте благословлены. Но если Бог говорит вам стать партнером, я призываю всех людей, которые почувствовали этот призыв, стать сегодня частью этой группы людей, которые помогают делу Господа. Вот это наш email. А это наш номер телефона, который сейчас у вас на экране телевизоров, чтобы вы стали частью, чтобы вы сделали пожертвование столько, сколько Бог говорит вам. Будьте благословлены, стойте в вере и знайте, Бог призывает вас для победы. Верьте в Господа Бога. Хорошо, друзья? Пусть Бог благословит вас и до скорого. Во имя Иисуса.